Добро пожаловать назад на наш канал, и сегодня мы будем собирать коробки с подарками и отправлять их. Нам очень жаль детей, которые сейчас живут во время войны, в таких условиях, и мы решили двум нашим знакомым семьям, которые остались в Украине, у которых есть маленькие дети, мы решили собрать им подарки и отправить, и очень надеемся, что ко Дню Святого Николая они дойдут. Почта из Канады в Украину идет очень долго, поэтому мы собираем эти видео уже сейчас. А сначала мы вам покажем клип, который нам очень нравится. Он очень грустный и трогательный. Мы сначала поделимся с вами этим клипом, а затем перейдем к подаркам, покажем, что мы купили. Прокидайся, донечко, ясне моє сонечко, чуєш, гриб гуркоче, з неба не гроза, громовиця люта і страшна, розбійниця впала серед ночі. Моя золота донечка, дай мені свої долонечки, тихо заспіваю. І сновида зла, страшна примара у пітьмі тебе не налякає і не відшукає. Колискова берегиня намалює сни, сни спокійні, ти цвіти, цвіти, країна, ненька Україна. Буде ранок сонячний, буслики та горниці, заклекочуть знову вишня віда. Как на мой взгляд, неинтересного. Это не столько подарки для детей, как мы решили отправить всем по пачке носков, так как носков никогда не бывает много, они постоянно теряются, все такое, поэтому вот мы решили каждой семье отправить по пачке носков. У нас вот такие вот куклы, они отличаются одежкой. Тут множество туфелек, эти всякие приборы для волос. Ты еще скажи, что в одной семье мальчик и девочка, и в другой семье мальчик и девочка. Да, у нас в одной семье мальчик и девочка, и в другой семье мальчик и девочка. Такие вот дела. В одной семье мальчик постарше, в другой семье девочка постарше, но примерно вот они, сколько, всем вроде бы до 10 лет. Ну да. Или кому-то там одному 11.
самый старший ребенок. Я не слышала. Ну, а затем для мальчиков у нас есть вот такие вот вертолеты. Да, пускай уже. А в обоих темных девочек старше. Нужно это сказать? Ну, не важно, нет. Ладно, там, я там вырежу. Ну, а ты не знаешь действительно детей, то какая тебе разница? Все, перепутала, это не важно. Да. Может, не вырезать это? Я не знаю. Нет, ну, я знала только детей из одной семьи, то так я о них слышала. Что, тебе в это не принесло? Еще вот у нас есть вот такие вот вкусняшки. Это шоколад со вкусом мяты. Лично я его, честно говоря, не люблю. Но мои родители хотели отправить что-то, чего нет в Украине, поэтому они его купили. Но мы купили много вкусняшек, поэтому если кому-то это не придется по вкусу, то там все равно есть и то, что действительно вкусное. А это Айра со вкусом мяты. Так, а это обычные шоколадки от Nestle. Они с хрустящими такими шариками внутри. Так, сфокусируйся. Это вкусняшки из хэллоуинской версии. Значит, они в форме тыквочек, а внутри карамель. Сейчас посмотрим, какая карамель. Карамель, молочный шоколад, обычная карамель. Просто бывает соленая, бывает не соленая, это обычная карамель. Вот такие кислые желейки. Человечки. Тут несколько вкусов. Какая-то красная ягода, лимон, лайм, апельсин и голубая малина. Так написано. Может, ежевика у них так называется? Нет? Ежевика у них обычно вроде бы blackberry. То есть... Нет, это голубика. А это... Нет, голубика blueberry. Ежевика blackberry и клубника малина raspberry. А вот это выглядит очень прикольно. Это, конечно, тоже как бы обычные желейки, но они в форме пиццы. И аппетитные. Да, и у них тут прям даже детальки так хорошо прорезаны, ну, что они видно, что они такие вот пупырчатые. И это снова подарки мальчикам. В общем, это роботы. Они тут разных цветов. И они трансформируются в машинку. По-моему, очень прикольно. Мне кажется, детям очень понравится мальчикам. Это любимое печенье мамы, оно миндальное. И там действительно в нем очень хорошо чувствуется вкус миндаля.
Так, это у нас обычный тоже M&M's. Интересно, это одинаковые вкусы или разные? Вроде бы одинаковые, просто цвета разные. Вот такие M&M's. И зеленый, и оранжевый. И вот такие вот шоколадки, сейчас покажу поближе. Они в форме канадского доллара. С медведем. А, $2. В одной шоколадке сколько грамм? 80 грамм. Полноценная шоколадка. А это у нас вафельки с обычным ореховым вкусом. С обычным. С необычным. Я закушалась, как это говорится. Сладость. Для меня все обычное. Почти все для меня обычное. В общем, вот. Вафельки в шоколаде с ореховым вкусом. Ну, у нас такой фирмы нет. Мы пытались купить то, чего у нас нет. А у нас почти все есть. Не, ну то, что у нас вкусное, у нас почти все есть. Вот, например, мятный шоколад я не очень люблю. Потом вот как-то я попробовала арахисовую пасту или же миндальную пасту. Когда я ее первый раз попробовала, это было в Китае. Я такая, фу, как люди это едят. Причем там другие девочки прям гонялись за нее, как чуть ли не молились на нее. Вот, а мне не нравилось. И что-то вот в Америке со мной произошло, что я тоже начала ее любить. Хотя... От нее растут как на дрожжах. Я когда-то просто присела на арахис и так поправилась, как, наверное, на пирожных так не поправляются, как на арахисе. Да, я еще с нее сделаю вкусный салат. Мне лично нравится яблоко, банан и миндальная паста. Миндальная или арахис? Миндальная, именно миндальная. Интересно, надо попробовать. Так, сдала уже рецепт. Ладно. Сделаем, покажем еще. Попробуем. А вот это просто наша любовь. Так, у нас тут их 4 пачки. 2 отправляются в одну семью, 2 в другую. Это у нас макадамия. Соленая, очень вкусная. Вот в этом магазине, несмотря на то, что она дешевая, ну как по сравнению с другими магазинами, она очень хорошего качества и очень вкусная. Мы постоянно ее покупаем, разбираем почти весь магазин. Конфеты с наполнением, с клубничным наполнением. Вот такие вот шоколадки. Я думаю, мы такое не пробовали, но я думаю, что оно внутри как желе, знаешь? Не знаю, даже не представляю. Если просто как желе, то я его не очень люблю. А вот если вот именно такое молочное, клубничное, то такое я люблю. Вот. Ну, я даже в плане конфет переборчива. И теперь у нас осталось достаточно все интересное. Потому что еда как-то мне всегда не особо интересно смотреть еду. А всякую фигню я люблю смотреть. А, в общем, для девочек у нас есть вот такие вот пушистые, красивые блокнотики. Внутри какие они там. Сейчас покажу. Значит, тут они вот такие вот. А сами страницы обычные в линеечку. Не знаю, на камеру... Да, видно, что в линеечку. Да, в клеточку у них не найдешь. Очень сложно найти, да. Пока не получалось. Ну, смотря где, но очень сложно. Мне пришлось, так как мы еще находимся в маленьком городке, мне пришлось для себе, для университета заказывать с Амазона. И даже там найти было сложно.
Итак, теперь это снова подарки для девочек. Это маленькие куколки с поняшками. Вот. И там классно, покажи, как раскладывается на сайт чемодан. Там еще шапочка, оказывается, есть для куколки. Я не замечала, когда мы ее купили. Да. Да. Это еще чемодан на колесах. Это такой чемоданчик. Так что, когда достанем оттуда куколку, дети достанут куколку, то можем... Сложить вещи. Можно сложить, да. Вещички, будет как реальный чемоданчик для куклы. Так. Это сюда, это сюда. Все падает уже. Вот такие вот конфеты, полезные. Кстати, достаточно вкусные. Я такое ела, покупала. В общем, это обычная сушеная голубика в шоколаде. Хотя обычно я такое не люблю, но это мне почему-то понравилось. Может, я очень голодная была, я не знаю. Так ты показала, да? Да. Так, теперь это фломастеры. Такие вот фломастеры. 24 цвета. Угу. Это сюда. Сюда. И пластилин. Такой яркий, красивый. Яркий, да. И он мягкий. Достаточно мягкий. Не надо. То есть, да, бывает пластилин такой очень жесткий, но это достаточно мягкий. Наклейки для мальчиков. Одна версия, волосы ем, из Marvel. Тут у нас всякие герои Marvel, их тут много. Ого, тут написано, что тут больше 300 стикеров. И они тут разные. Есть плоские, есть объемные. Вот такие вот со всякими героями из Marvel. И второе. Так, пока сюда, да, все сыпется. И второе тоже больше 300 стикеров. Здесь у нас из Звездных войн. Теперь о наклейках для девочек. Для девочек у нас не так много наклеек. Здесь у нас милые такие единорожки всякие на облачках. И здесь принцессы и всякие зверьки. И замки. Так, это, наверное, тоже для мальчика. Это, в принципе, по-моему, это для... Это, в принципе, универсальное. Но просто тут машинка, здесь черепашки-ниндзя. В общем, это доски, на которых можно рисовать и стирать. Вот это было все. Не все. Не все. Не все, да. Сейчас мне родителям небольшие сувенирчики. И
Итак, еще у нас есть такие сувенирчики для родителей. Это такие портмоне, они называются вроде бы, такие кошелечки для кредитных карт. Не только кредитных, дебетовых. В общем, для карт. Вот он открывается здесь на кнопочке, и тут, как вы видите, можно вставлять разные карты. Тут два разных цвета. Ну, один в одну семью, другой в другую семью. Да, и вот один отправляется в одну семью, и другой в другую. Вот. И это видео подошло к концу. Ставьте лайки, пишите, что вам из всего этого понравилось в комментариях. И до встречи в следующем видео.